Как живописны и красочны выступления фигуристов. Какое неизгладимое впечатление производит сочетание продуманной хореографии, тщательно подобранной музыки, технически сложных элементов программы. Но пока в преддверии сезона все новации представлены еще в черновом варианте, без лоска официальных стартов. Прокат в Новогорске еще раз подтвердили. Уровень пары, конкуренция между ними значительно выросли. На роль первого номера уже сейчас претендуют как минимум два дуэта. Прогремевшие на российском этапе гран-при подопечные Тамара Москвиной, Юка Кавагучи и Александр Смирнов сильно повзрослели и готовы удивить мир. Бойтесь китайские пары. Наш российско-японский дуэт стабильно выполняет сложнейший четверной выброс. А еще ребята доросли до произвольной программы «Про любовь». Надо добавить еще чувства. Это срочно. Да. Одного вида бывает недостаточно, и все поймут, иногда, что это все перевести на впечатление, чуть-чуть другая творика вид и плюс что-то. В нашем интернациональном полку прибыла. Под началом Олега Васильева начала тренироваться недавно созданная пара из бывшей одиночницы Валерии Воробьевой и француза Жерома Бланжара. Теперь Брайану Жуберу придется делить горючие слезы российских поклонниц с не менее брутальным представителем родины 400 сортов сыра. У Жора, как называет своего подопечного Олег Васильев, русских фанаток пока нет, а вот русские кумиры уже есть. Мы в приятельских отношениях с Мариной Анисимой. Именно она посоветовала мне ехать в Россию. Мне бы хотелось повторить путь Анисимы, но стать олимпийским чемпионом в составе сборной России. Конечно, русско-французскому дуэту пока рано претендовать на лидерство в сборной. Зато их коллеги по группе, действующие чемпионы России Мария Мукортова и Максим Траньков, уже готовы бороться за международные призы. И если раньше ребят называли самой скандальной и склочной парой страны, то теперь друг на друга не покричишь. Олег Васильев держит пару в ежовых рукавицах. Например, могли что-то сказать грубо, и оба были наказаны, и бежали кросс. Или по льду или по вокруг озера. Подопечные Людмилы Великовой и Юлия Абертас, Сергей Славнов на прокатах подтвердили свое незавидное звание самой нестабильной пары сборной. Даже обидно выучить уникальный элемент, четверную подкрутку и третий год подряд падать на параллельном тройном тулупе. Что ж, у наших пар есть время как минимум до середины сентября, когда будут контрольные прокаты, чтобы отточить все элементы и завершить постановку программ.